Всем привет! Скорее бегу, лечу снять вам видео фикс прайс, еще который 14 февраля. Скоро 14 февраля наступит, а я еще фикс прайс не сняла с этой поездкой совсем. Видите, у меня свитерок, вот тот, который Кристинка, может быть, вы видели. Я его решила другой стороной надеть. Мне кажется, так ту-ду-дум, прикольненько. Что-то в этом есть. Ой, скоро будет обзор на эти кудри, на помаду. Но я в конце видео еще покажу, если вам интересно. Оставайтесь со мной, скажу, что за помада и чем я сделала кудри. А сейчас мы приступим к фикс прайс и то, что я купила к 14 февраля. Конечно же, супер идеально к моему интерьеру подошла бы вот эта надпись. Ну и вообще, love, символика, моя жизнь, любовь. И поэтому love, сердечки, это вообще в тренде для меня. Поэтому вот эта штука, которая будет висеть на заднем фоне, вот там вот, ну, вы даже понимаете, да, что она в интерьер очень хорошо не вписывается. А сюда какую-нибудь фотку сделаю. Или никакую не сделаю. Здесь очень прикольно Париж написано. Мне нравится. А дальше я купила вот такую вот коробочку. Я не удержалась. Она такая кругленькая, хорошенькая. Прям вот, знаете, вот. Прям вообще милота-милота, розовенькая. Я не знаю, что я здесь буду хранить. Наверное, я буду здесь хранить бижутерию. Я вот ее набросаю, и она будет красиво стоять на полочке. Правда, классно. Там вообще очень много классных вот таких коробочек. Я не знаю, будет еще или нет. По-моему, будет. А может, нет. Я не знаю. Вот такие сердечки взяла. Смотрите. Ой, как-то они интересны. Мне прям хочется попробовать. Они как-то интересно там делаются. Что там, жидкий азот внутри находится или что? Сейчас мы с вами проверим. Две штучки внутри. Значит, смотрите. Ой, я не читала даже инструкцию. Да? А зачем мне читать инструкцию? Я сейчас сделаю все без инструкции. Ну, на своей блондинистой логике. В общем, я прикрепила. Здесь что-то, наверное, надо лопнуть. Нажать. Какой-то пакетик там внутри. Ой, его не так-то просто лопнуть. Ничего, что у меня маленький. Страшно. Что-то стало происходить. Холодный. Наверное, ему надо время дать. Ладно, пусть лежит. Пусть лежит, я вам покажу пока следующее, что я купила. Прикол вообще. Ну это вообще прикол. Реально. Дальше я нашла также на кассе вот такую вот штучку. Это уже для женщин. И здесь уже женщина. Помните, я вам говорила? Нет, та женщина писала мужчинам, а здесь мужчина-женщина, да? Обещаю устроить семейный... С твоим любимым фильмом. Твой любимый, да, твой любимый. То есть это для мужчин, она другая. Та черная была, а это розовая. Вот я это оставлю, чтобы мы с любимым потом играли в эти игры все и делали друг другу всякие приятности. Ну, я делала обзорчик на эту штучку. Здесь такой чек, как бы ты выписываешь своему любимому и пишешь, что ты в какое-то время, в какой-то день сделаешь для него. И у него будет этот чек, у любимого твоего, он будет ожидать от тебя сюрприза. Например, там кофе в постель, там, в какой-то день, да. Тут с подписью, со всеми делами. Вот. Ну, если для мужчин, для женщин есть. Потом вот такой вот чехол, я не удержалась, я не видела их раньше. К сожалению, я сейчас на iPhone снимаю, поэтому я померена что-то другое. Но мне кажется, это вообще моя темка, представляете? Розовенький, с ушками. Только вот бы открыть его по-быстрому. У меня в последнее время затяжные видео. Хотя кто-то радуется, что затяжные видео, и говорит, давай больше видео, больших, длинных. Но это не всем нравится. Ну и вообще я сама поддерживаю то, что... Во, одеваю. Это я на Samsung одеваю. Он вообще универсальный, он идет на любой чехол. Вау, вау, вау. Такой бампер. Класс. Там еще были разные цвета, не только с ушками. Алло, любимый. Да, я тоже тебя люблю. Класс, класс. Ухи. Класс. Наше сердечко пока еще что-то набирает в себя. Но оно вот здесь вот падает. Я надеюсь, оно будет держаться потом. Так, это не совсем к 14 февраля. Это мой розовый вариант. Я, кстати, купила себе. У меня просит новый рум-тур. Наверное, я скоро сниму его, да. Потому что интерьер как бы новый. И вообще полочку еще купила пластиковую. Может быть, вы видели в других рум-турах. У меня возле окна стоит такой пластиковый шкафчик. И он очень удобный. В общем, я купила еще белый, прикроватный. Сделала его, разделила на два. Короче, лайфхаки одни сплошные. И я купила вот такие штуки. Это для того, чтобы ставить и ничего не скользило. Потому что внутри там реально такая поверхность, которая скользит. Я, например, кладу что-то здесь. Потом оно оказывается все в дальних углах. И классно, я вот так постелю. Он у меня как раз белый, а вот эти штучки розовые. Это будет очень классно и стильно. Ну это просто такие вот, знаете. Ну вы, наверное, знаете, да? Стелишь вниз и ничего не скользит.
Потом, конечно же, я купила вот такое полотенчико. Оно мне очень понравилось, пусть висит на кухне. Радует мне глаз. Потому что розовый. Ну вот и любимый как раз он. Алло. Кстати, набрала еще вот такие лаки. Здесь очень крутая кисточка и красивые такие цвета. Этот перламутровый, розовый, а этот такой он салатовый, нежный. Но это я буду фикс про косметику снимать, и я там буду вот красить, там обзор делать, в общем, на это все. Увидите, еще купила вот такие батарейки какие-то новые. Я надеюсь, на них часики. Это типа, наверное, намек на то, что они будут дольше работать, чем обычные фикс-прайсовские. Кстати, это вообще алкалин или снова эти солевые. В общем, не знаю, где-то далеко долго читать. Попробую, скажу. Еще я взяла себе носки. Мне вот нравятся вот эти носочки. Вот этот Зувей плюс в фикс прайсе. Белый и черный. Это вообще всегда ходовые носки. Белый, черный. Они всегда изнашиваются быстро, потому что только их и носишь. Еще я взяла вот такие трусики. Мне понравились. Смотрите. Во-первых, они хорошо тянутся и здесь, и здесь. Потому что часто бывает, вот здесь вот тянется наверху, а вот здесь вот не тянется наверху. Ну, и получается там ляжки пережатые. Это вообще не айс. И мне очень понравилось то, что здесь такая кантовочка, то, что здесь в уголку вот такие, здесь вот такие штучки. Вот здесь. О, я что, одинаковые взяла? Твою жнихай. Жнихай. Какой-то... Два одинаковых взяла. Да я разные выбирала. Ладно. Буду их носить по очереди. Вот такая. Блин, там котята были еще. Ну, блин, ну на... А еще, слушайте, а у меня еще размеры, наверное, еще размеры разные, да? Это случайно мне, видимо, 44-й. А у меня 42-й я брала, все. Или подожди, или я 44-й? Да, я брала все 42-й, а у меня 44-й здесь. Ну ладно, вдруг 42-й маленький, после родов уже поправилась. Так, что еще? Так, еда. А, салфетки. Решила еще вот такие взять салфетки, тоже 0. О, мой зайчик. Вот слышите, какой кашляет? Ну, уже проходит. Откашливается уже, не откашливался до этого. Вот такие салфетки от нуля, вообще очень классные. Короче, салфетки у нас уходят просто как сумасшедшие. Все вам показала, в принципе. А, что с шариком? Что с шариком? О, он встал. Ну, не очень хорошо встал. Он еще продолжает свою работу. Слышите? Вот. Ну, ладно, пока я расскажу, тогда все, с фикс... это я закончила с фиксом. Теперь надо все это разобрать. Ой-ой-ой. А, нет, еще не все. Еще я вот такой чай решила попробовать. Ой, это еда. Блин, не должна это показывать, ну ладно. Итак, все показала. Итак, на что я теперь сделала свои кудри? Они мне немножко уже развились, я уже их расчесала. Вообще, они такие супер-мега-классные. Я такие делала более естественные кудри. И делала я их на вот эту вот плойку Дюволь. Она с титановыми пластинами. И она очень крутая. В общем, это будет отдельный обзор по вот этим всем. Я ссылку оставлю внизу. И вообще, вот под видео у меня будет написано «Любимый магазин». Вот. И вот в этих любимых магазинах у меня будет с косметикой, вот с этой плойкой. Я сделаю ссылки, потому что я буду укладываться теперь чаще и краситься своими разными блесками. Это не блески, это матовые помады, 2 в 1. Вот они, матовые помады, 2 в 1. Значит, с одной стороны матовая помада, супер классные цвета, с другой стороны блески с супер мега классным запахом. Сейчас у меня идет помада и сверху блеск. Вот так вот очень круто выглядит все это. И это тоже Пик Косметикс, и они будут тоже у меня в любимых магазинах, вы это увидите. Но я так-то отдельно здесь с краешку оставлю вам сейчас. А, то, что у меня сейчас на губах, это вот, я впервые накрасила, мне понравилось, это Milk Way. Цвет Milk Way. Вот такой помады. Итак, мои хорошие, будьте красивыми и счастливыми. А я с вами прощаюсь. И мы с вами увидимся в следующем видео. Пока! Блин, а нифига он не стоит. Какие-то галимые эти. Ну, продолжает еще. Я не знаю, когда он закончит свою работу. 300 лет будет убиваться. И еще все равно я не уверена, что она будет держаться. Может, надо потрясти? Что там за фигня? Может, так быстрее? Как бы в помощь называется.
стоишь? Нет, не хочешь стоять. Короче, ясно все. Так, а, все.